Я придумала такую фишку. Это было в конце, по-моему, прошлого года, не помню. Я взяла и проанализировала бэк-офис. Вот у нас есть такое отделение диаграмма. Диаграмму откройте, там можно поменять год, можно поменять любой месяц, и вы сделаете себе диаграмму чека. Вот мой, моя диаграмма за 2016 год. Мне пришли в феврале месяце, в конце я начала вести это, с марта месяца. И смотрите, если вы выстроите вот такую кривую линию, это для тех людей, кто работает уже несколько месяцев, кто работает больше года, поставьте восклицательный знак. Кто больше года работает? Я всех заставила сделать этот график. Для чего? Потому что вы увидите, каждого года сделайте график, вы увидите своими глазами на цифрах, как, когда идет рост чека. И если вы проанализируете каждый год, вы увидите, что взрыв чека происходит после события или на событие. Это закономерность. И между тем, есть люди, которые не ездят на события сами и не собираются, потому что у них нет денег. Мало того, они еще не умеют смотивировать свою команду, чтобы вывести. А ведь только так строится чек, и именно так идет рост чека. Вы посмотрите, что сделали, как красиво завершили месяц май Людмила Делягина, Игорь Гришко, Евгения Новикова, Ирочка Войтюк, Лилиана Крушкевич и Мария Август Вальдемарне. Никого не упустила. Если упустила, прошу прощения, напишите. Как красиво, потому что они правильно воспользовались событием. Было красивое событие, Турция 2019, куда многие не поехали, потому что посчитали, что дорого, да? И после этого с правильным промоушем всего лишь за один период закрыть такие величайшие квалификации. Всегда это планируйте, знайте. Ирочка Толстихина, прошу прощения, да, Ира Толстихина, международного директора, закрыла. Всегда знайте и планируйте этот рост. И если вы видите здесь, Турция уже прошла, окей, хорошо, тогда что?